Ну и заключительный ролик о выставке Baxi Expo. Поехали! На данной выставке довелось выступить и мне. Как это было? Смотрим. Вот смотрите, сколько. Михаил, оказывается, да, аплодируем, почему бы и нет. Михаил, оказывается, у нас не только счастливчик, выигрывающий призы, но и как модно и популярно нынче ведет свой собственный блог. И сейчас, может быть, в двух словах он и о блоге расскажет, и о том, что я так вот... Разведка доложила, что планируется какой-то глобальный розыгрыш, не прямо сейчас, а в дальнейшем. Но хотелось бы чуть подробнее, так сказать, узнать. Прошу вас. Ну, еще раз здравствуйте. Во-первых, мой канал называется «Газ-сервис», и совместно с... Надо поговорить, канал надо поговаривать, что потом... «Газ-сервис». И совместно с каналом Baxi Tech Support, ну, как бы, мы и мой канал, и Baxi Tech Support ждем от вас подписки, самое главное. Это же способ отрекламировать себя вот сейчас. Мы совместно проведем в ближайшее время, это, так сказать, анонс, розыгрыш котла Baxi Eco Nova. Больше подробностей вы узнаете в наших социальных сетях, следите за ними подробнее, ну, почаще посмотрите, потому что это буквально вот на днях все будет происходить, следующая неделя, вот так вот. Что еще хотелось бы? Все, спасибо. Нет. Также хотел сказать, что победитель получит не только котел, еще мои друзья, благодаря которым я присутствую на данном очень хорошем мероприятии, компания «Мир газа и тепла» предоставит, ну, как бы они сказали, что не пристало эксплуатировать котел без стабилизатора. И, соответственно, стабилизатор Baxi тоже будет вместе с котлом. Прекрасно, прекрасно. Спасибо, отлично. И еще не все. Компания «Микролайн» сказала, как же так эксплуатировать котел без системы «Зонд H1B». И поэтому будет и котел, и стабилизатор, и система «Зонд H1B». Целых три подарка. Ну и это еще не все. Компания «Дедитриш», ребята сказали, как же пользователь повесит вообще свой котел, испачкает свою одежду, поэтому костюм монтажника тоже будет там. Ну и, скажем, сразу я вот так вот. Ну, я надеюсь, что остальные партнеры тоже подключатся. Жду, скажем. Ну и, как обычно, лайк, подписка. Лайки, шеры, подписочки, обращайтесь к Михаилу. У нас сейчас как раз будет дополнительная экспо-сессия. Я надеюсь, вам понравилось. На сегодня это все. Не забываем про это. Пока!